Ну что такое, по-вашему, органика? Ну, мне кажется, органика – это жизнь. Это вообще живое. Есть, не знаю, ну, может быть, это странно говорить, там, как бы живое и неживое разделять. Может быть, вообще все живое. Камни. Японцы, например, я не знаю, считают, что камни растут и поливают их там, водой. Органика – это жизнь, это вот то, что растет, это то, что вырастает, это цветок, дерево, не знаю, облако, камень. Вот, а как это переходит в пластические формы, да, вот эта вот передача органики уже в пластических формах? Я думаю, что… Что это за механизмы? Ну, пластическая форма – это вот и, она или есть, или ее нету. Да. Когда ее нету, то, наверное, нету и органики вообще. Ну, условно, да. Вот у Флоренского есть рассуждение об органопроекции, да, вот по отношению к органам, внутренним, внешним. Вы знаете, а вот как эта жизнь, которая, да, вот познается, я не знаю, каким-то способом особым, да, переходит потом вот в пластику? Я вообще помню, как Владимир Васильевич, который очень дружил с Яковом Семеновичем Друзкиным, и, по-видимому, вопросы какие-то общие вот, там вот, были. Вот, да. И я помню замечательные какие-то слова Стерлигова: «Конец света при невидимом начале». Это очень серьезные какие-то вещи. А я по своему, как бы, вот такому еще детскому восприятию, потому что я, конечно, не дорос до Стерлигова, а я это принимал как конец света при невидимом, при невидимом начале. И это получалось как бы конец света и наступает Царствие Божие. Вот. Так, спасибо.